всех приветствую. Занимаюсь с Пашкой. Снова учу плуг пахать. Он что-то заржавел у меня за 2 года. Пошкурил, маслом промазал, а все равно что-то он облепляется сильно. Вроде земля не очень сырая. Но тут уже вот маленько отшлифовался. А был у меня весь блестящий, зеркальный. Но зарос весь. Посмотрим, сколько пашется у нас. Ну, должно быть не меньше 25, судя по тому, как земля идет через отвал. Вот, получается где-то 28 даже здесь. Но здесь идет это долото, тут помельче должно быть дальше. А земля-то вот она, блин, сухая. Будто ничего и не было здесь. Вот сколько промочило здесь вот сантиметров. Ну вот 20 где-то промочило дождем, а там сухо дальше. Где тут картошка будет? Конечно, не будет ничего, одна мелочь. Ну, здесь, конечно, пшеница росла, она тоже влагу высосала. Вот такая вот, типа, вот структурка вот эта. Надо дать должное, пашется она без комков. Идет весьма гладенько так вот. Ну, потому что я пашу медленно, получается, гребнисто. Нам некуда торопиться. Пару проходов плуг почистил, надо шлифовать его. А то там пахал огород до этого, там черти что наворочил, он забивается. Куча гребет земли, куча земли этой соломы, блин. Еще здесь померяю. Тоже где-то 27-28. Нормально так. Мельче смысла не вижу. Если пахать, так пахать. Рыхлить, так рыхлить. А если не пахать, то на 5 сантиметров пахать надо. Так вот.